Но это еще как-то накладки добавляют тоже возможности, ну скажем так, какие-то более серьезные, да, усилит хват и более какие-то серьезные элементы, перелеты делать там и прочее. Ну, прочее. Я бы не сказала, что прям вот за счет накладок можно сделать суперэлементы, нет, но то, что в них легче, это однозначно. Ну да, соответственно, получается, и можно побольше поработать, скажем так. Руки, наверное, еще не так устают. Да, да, мозоли стираются намного меньше. Ух ты, здесь Амира Баташева. Допускает падение. Сложный перелет. И относительно новый для нее. Надо еще потренировать немножечко. Сейчас надо собраться и доделать комбинацию до конца. Представляет Амира школу Олимпийского резерва, спортивную школу Олимпийского резерва Пушкинского района. Вот еще один перелет. Обратите внимание, ей пришлось повторить элемент, с которого она упала, потому что в том случае, как она сделала, она не взялась за верхнюю жердь. А значит, элемент не считается. Для того, чтобы он пошел по злу стоимость. Вот как раз-таки, да? Да. Его необходимо повторить. Ну, повторила, и да. Все получилось. Базовую стоимость не потеряла, но падение, к сожалению.